Прошу вас, не потеряйте время, не профукайте свою жизнь. И так уже прошла больше половины жизни у большинства из нас. И прошла она так, так себе. Могло бы быть лучше. А теперь осталось неизвестно сколько. Сколько там осталось? Кто из вас знает, сколько ему осталось? Никто. А вдруг осталось 2 недели? А вдруг месяц? А вдруг 3 дня? Ну, может быть, годик. Что такое годик? Мы же не знаем, сколько осталось. Пожалуйста, оставшуюся жизнь проведите красиво. Без глупостей, полную добрых дел, полную молитв, радостных слез. Радостных слез о Господе. В храм приходить, помогать друг другу, кому можешь, Писание Святое читать, разгребать свои завалы, эти прежние такие, оплакивать прежние грехи, помогать один другому, богатеть делами любви. То есть постарайтесь прожить свою жизнь красиво. Я очень вам этого желаю. Я знаю, что у каждого из вас, как и у меня, и у вас, у нас в душе там всякое напутано, у нас там всякие узлы позавязываны, у нас там всякие проблемы, страхи, какие-то такие желания противоречивые, там какие-то непонятные тревоги такие, мы что-то хотим, не знаем, что хотим. Вот так у каждого в душе такое всякое. Я это все прекрасно понимаю. А Христос Господь, Он добрый и простой. Вот Христос дал очистить сердца наши, чтобы мы имели мир Божий. Чтобы мы имели мир Божий, спокойствие, и чтобы сердце имело благодать. Благодати Божией присвоение даст нам Христос. Вот. И желаю вам мира в сердце, и чтобы оставшуюся жизнь и вы, и мы провели красиво и в вере, в настоящей вере. Вот дай нам это, Господи, помилуй, дай нам, Господи, дай нам это.